Всем привет! Скоро состоится премьера нового турецкого сериала под названием «Черное сердце». Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. В сериале будет показана история брата и сестры. Они были совсем маленькими, когда мать их бросила и ушла к богатому человеку. Нух с детства затаил на мать обиду и не может ее простить. Амелек все время думает о том, как она выглядит сейчас, какой она стала и о чем думает. Теперь, когда они оба стали взрослыми, появилась возможность разыскать мать и спросить ее обо всем, что их волнует. Прошло много лет, и Сумру навряд ли захочет воссоединиться со своими взрослыми детьми, ведь у нее другая жизнь и новая семья. Но что бы она ни думала, у детей есть план, и они сделают все возможное, чтобы заставить мать ответить за все, что она им сделала. Двойняшки хотят заставить мать заплатить материнский долг. Как именно они это сделают, узнаем, посмотрев данный сериал. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.